Привет всем, друзья, с вами Тиранит, и мы продолжаем играть в Minecraft Mining вместе с Эдисоном, да-да-да. И... Да, я уже думал, ты про меня забыл. Нет, как это можно забыть про своего напарника? Так, пошли. По-моему, не здесь вход, но ладно, пофиг, мы все равно здесь себе вход возьмем, проделаем. Сделаем, пофиг. Я думаю, что это замок будет похож на этот, на подводное... Чего там? Уже сразу первый... Берзерк или как его там? Да. Я просто не ожидал его здесь увидеть, если честно. Вообще не ожидал. О, скелеты подтянулись. Начинается веселье. Аллахальбар. А, нет, не зажимай меня в угол. Нет. Ура. Убили. Ура. Ну, скелет это такое. Тут уже вообще никаких проблем со скелетами. Самое главное это убивать от этого вот здоровяка. Потому что если мы его не убьем, то он нас просто будет отжахивать. У меня полсердечка. Убил. Не успел. Так, не слагать, как обычно будет. Да, так, ну ща я тебя тпхну быстренько. Давай тпхни, чтобы не пролагалось. Ага. Так, все, тут. Точнее ты тут. Да? Да. Ну, фиги. Ну да, ты уже тпхнулся. А теперь да, тпхнулся. У зачаренные алмазники. Оп. Нет, хрен ты выпьешь зелье. Так, убил. Так, я не знаю, что вроде отлагало, что ли? Нет, еще не отлагало. Ждем. Какой прекрасный снег. Так, еда, еды надо брызать просто полные карманы. Так. Все, отлично. О, смотри, знаешь, что мы затопили? А, видишь? Чего? Книги. А, да, давай. Книги. Давай, собирай, я тут сейчас еды наворую как можно больше. Я буду книги, получается, собирать, потом уже с этим справляться. Так, это все. Все отлично. Так, давай. Куда там дальше? Сейчас еду тырю тут. А чё у тебя вечное какое-то зелье или чё это? Светишься? А это вот этот вот глаз. Я же говорю, у меня баф все время ночное видение. Ага, да, пошли. Подожди. Мы побежали направо, пошли налево еще. Но весь этаж, все этажи будем висеть. Да, дальше это вообще здоровенный просто этот замок. Вдруг мы что-то пропустим, это нельзя ничего пропустить здесь. Не-не-не-не-не. Ну да. Так, тут у нас книжные полки, давай бери. У меня нету вот этого. Короче, я себе сейчас тоже сделаю. Топор, то есть капут. Так, сейчас. Алмазов у нас, в принципе, там дохренище просто. Да. О, привет, ребят, чего вы тут отдыхали, да? Как обычно. Ну, знаем, да. Проходили через это. Давай, иди сюда, скелетик. Ай. Так, все. А что вы делаете? Что вы делаете? Ай-яй-яй-яй, ты где? Меня тут зажимают. Не знаю, мне этот меч не очень нравится. Я хочу с другим мечом побегать. Какой? Надо, блин, было все-таки взять себе этот. Метеоритный? Да, метеоритный. Не, ну я брал себе метеоритный, потом я взял себе, вернул все обратно, блин, и он у меня пропал, так что я сам в этом затупил. Не знаю, если мы найдем, в принципе, еще. Смотри, тут, в принципе, рядом же метеорит, тут, короче, тот же упал, да? Угу. Можно будет потом, если что, туда сбегать. Взять себе метеоритика чуть-чуть. Скелеты, будьте проще, чего вы такие злые, друзья? Чувак сидит, отдыхает тут. Хрен. Выпил! Твою ж. Выпил зелье. Дайте сюда. Ребят, смотрите, вот мы... вот смотри, видишь, там один замок заспавнился, кстати, наполовину. Так что вот хреново там замок. Ну, фиг его знает. Я, если честно, заметил, не все так спавнятся. Фиг его знает, почему. Честно. Друзья, смотрите, мы вот две серии подряд спрашивали, какие у вас самые нелюбимые мобы. Правильно? Вы нам это все ответили. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Мы их все, естественно, читаем, даже отвечаем. И мне хотелось бы вот что вас попросить в этот раз написать. Ох, ты ж сколько здесь алмазников-то, а? Тут еще нет. Офигеть. Жопошники. О, тут еще огромный меч прёстя. В угол зажали. Куча гитлеров. Валим. Давай. Ичи, ты тоже тут мне помогай. Давай своим мяуканьем, не знаю, ультразвуком их просто бей. Я верю. Оглушай. Да. Так, я вот что хотел сказать. Напишите мне, пожалуйста, сегодня, мы сегодня поговорим уже об играх. Напишите мне в комментариях, какая у вас самая любимая игра от компании Valve. От какой компании?
Devil Bubble, я не знаю. Давай, давай, может, так спросим, какая там лучше, какая любимая игра в каком-то жанре, например, шутер. А потом спросим в гонках или... Ну, гонка это, конечно, не Need for Speed, но... Нет, я хочу сначала узнать, которые вот в Steam, там, например, Garry's Mod, Left 4 Dead, Half-Life, CS, там еще что-то они выпускали. Там вот Dota 2, например. Ну, Dota 2, я думаю, тут многие сейчас напишут. Я, если честно... Как-то не очень по доте отношусь. Ты как? Ну, для меня... О! О, тут можно зачароваться, да? Или она только... Да-да-да, реально. Ну, третий уровень, ты чё, прикалываешься? Она здесь хреново она расположена, да? Надо подвинуть её. Ага. Это можно сделать легко и просто. Добиваться вот так вот. Ух, спаунеры пошли, спаунеры. А, ну, в принципе, они и так спаунятся, ладно. И... Блин. Мне ноги бы сделать, но у меня всего лишь один алмаз. Надо будет потом найти где-то что-нибудь. Так вот, напишите мне, какая у вас любимая игра вот из от компании Гейбла Ньюэлла, вот что мне интересно. Пожалуйста, 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 мне тут это очень интересно. То не спаунер, то они типа там должны заспауниться. Да, я же понял. Так вот, пишите, мне вот это интересно. Я не знаю, мне КС, вот серьезно, мне КС, сколько я вот играю. Что это? А что это там? А, это манекены? Да, я тоже, если что-то бью. Я тоже что-то сначала не выкупил, что это такое. Мне вот, я не знаю, мне вот сколько я играю... Продолжаем, опять технические неполадки. Теперь на этот раз у меня выбило. Да. Нет. Чё, идём на третий этаж? Оу, опять еда. Всё, я думаю, теперь у меня проблема с той вообще никогда в жизни не будет в Майнкрафте. Ну, по крайней мере, в этом летсплее. Да, идем наверх и продолжаем. По поводу КС, я у него много играл в свое время в детстве, именно в детстве. Очень-очень-очень много, реально много там, ну, в клубе, как обычно, все дела. В принципе, как все, но я думаю, когда ты там играешь в него 5-10 лет подряд, да, и больше нифига, то уже понемногу начинает надоедать. Да не, я не столько. Я у него где-то 2-3, и то я играл из-за того, что все играли, потому что... Ну да. Типа делать больше было нечего, так грубо говоря, чтобы что-то интересное там поиграть. Вот я просто в него и резался, поэтому... В другое это ничего не было. Не, ну, в принципе, как многие, наверное, сейчас скажут, КС это как бы вечная игра, да, она никогда не станет... До сих пор в нее играют просто толпы людей. Но просто я понимаю, что это офигенная игра, ну, ей там 15 лет, да, но когда уже, например, есть тот, та же Battlefield или та же Call of Duty, да, что, где уже намного больше возможностей, то уже как-то... Да, ну, просто... это тоже Titanfall просто, я не знаю, да. Просто Next Gen, ну, скажем, вот это вот. И оно реально так рулит. Так, что, выше еще пойдем, посмотрим, что там. Да, давай. Так что вот так вот. То есть КС мне тоже не нравится. Но у нас остается что? У нас остается Left 4 Dead, у нас остается Garry's Mod. Блин, у меня сейчас все оружие уже почти сломалось. Не, ну в принципе КС это как бы то время, когда просто-напросто еще не было офигенных технологий. Ну, он, скажем так. И когда много людей в него играли. А сейчас уже. Я не знаю, с КС, скажем так, ну, не знаю, в какой-то мере просто родители этого жанра, скажем так. Да, как Dota в свое время. Открытие жанра моба. То есть, да, тут уже у нас стало таким. Вот. Ну, конечно, было ДКС, например, тот же Quake или еще что-то, но вот он именно КС стал таким вот просто именно вот эталоном. Эталонным шутером, можно и так сказать. Ну, не мультиплеера. Ну да. Мультиплеер шутер, вот чем он стал. Вот таким эталоном. Многие стали на него равняться. Сейчас там дофигища разных там кроссфайров или как они там называются. Да, хрень. Да. Все как хрени просто. Да, надо меньше спускаться. Так, мне надо какой-то этот, чтобы сделать себе хотя бы меч, алмаз. И если так считать, то просто уже сейчас они начинают выпускать все новые и новые кэсы, да, там Global Offensive, да, вышел новый кэс. Ну, и так он, можно сказать, хотя фиг его знает, тоже много людей в него играет, но и так, мне кажется, не так популярен, как тоже 1.6, да? Угу. Просто-напросто все к нему привыкли и... Стоп. И только это, можно так сказать. Что-то я забыл, как делается этот... Кого? Рукоять. А, кстати, я вижу, как пульт делается, лол. Так, сейчас. Просто порох надо и железо, вот как пуля делается. Да, надо будет потом сделать. Да. Так, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, что это было? А, это дверь была железная. Вот как рукоять делается, да? Угу. Угу. Так, мне надо палки. У тебя есть палки? Сколько? 3. Все, отлично, 3 палочки. Так, кукаяка. Вот, мы плавно подошли теперь к Left 4 Dead. От Left 4 Dead это для меня что-то с чем-то просто. Да,
Как бы я, если честно, его уже прошел раза три так. Ничего не меняется, но как бы игра и так офигенная. Я его огромный. Первый Left 4 Dead вышел, он просто взорвал всем мозг. Все такие просто посходили с ума, такие, вау, это реально. Это то, что надо было именно. Зомби, расчлененка, все весело, круто. Нам на второй этаж, оказывается, надо спуститься. Что-то я затупил. Угу. Подожди. А, я понял, где мы там уж поднимались же. Вот. Расчлененка, зомби, беготня, с друзьями поиграть, потом еще и за зомби можно поиграть, там вообще веселье туда-сюда, и потом через год, мне что самое вот, больше всего понравилось, тут через год выходит вот этот 2, я такой, вау, серьезно, типа будет третий, ага, а вот такие, извините, друзья, мы не умеем до трех считать, и да, это шутка. Реально, просто... если честно, очень хреново, что... Нет новой части третьей части. Я бы очень, если честно, хотел. Да все же. И как бы. И вместо третьей части они анонсировали другую игру. Блин, да. я так посмотрел на эту игру, и как-то она меня вообще не впечатлила, вот серьезно. Ну как бы поменяли зомби на монстров и все. И поменяли как бы нормально. На одного монстра, всего лишь навсего, на одного гребаного монстра. Я не знаю, для. Ну вот на меня вообще, ну, вот просто вообще не впечатлило, серьезно. Да. Блин, опять убили. Да ё-моё! Сейчас я куда-то спрячусь. Пойдешь, ТП-шь мне. Да меня ТП-шь. Просто сейчас убьют и... Ну хорошо, не убивай меня. Ой, не ТП-шь меня. Так, отлично. А как вообще называется новая игра? Evolve? Я не помню, как она называется. Вроде, вроде Evolve или как она там называется? Да, Evolve называется. Evolve. Как она называется? Ну, так она вроде прикольная, но... Ну как бы фиг его знает. Я не знаю, я вроде для себя, ну там, конечно, технологическое все дела, но я для себя вообще ничего интересного, вот реально, вот вообще ничего интересного я не видел. Не знаю, возможно, когда она будет играться, будет она намного интереснее, но вот на данный момент вот тупо вообще ничего интересного. Так, у нас порох есть же, да, где-то? Ух, да, фиг его знает. Я хочу... О, кстати, можно зачаровать этот пистоль? Нет, нельзя, к сожалению. Так, а как ты вообще по поводу батлы и кода? Не, ну подожди, давай договорим. Ну, Left 4 Dead, да, она шикарная, она мне очень нравится. Далее, что после Left 4 Dead? После Left 4 Dead... О, кстати, у нас здесь пуль есть. Этот, Garry's Mod. Я Garry's Mod для себя открыл, грубо говоря, только, ну, очень грубо говоря, в этом году. Потому что до этого я... Ему так скептически относился, там видел только пару роликов и думал, ну хрень какая-то полная. Но сейчас я просто вижу, что ну реально там столько всего интересного, там дополнений. Ну, он почти как, грубо говоря, майн, там очень много всяких любительских таких дополнений, модов, интересного. И она очень реально прикольная, вот что самое интересное. А я, если честно, даже еще не пробовал в нее играть. Может как-то потом, если получится. Она стоит там, ну, не так уже и дорого, то есть 200 рублей, по-моему, она стоит. На акциях там просто нереальные скидки какие-то идут, и действительно, ну, стоит того, чтобы его купить и просто повеселиться там с друзьями, оно реально того стоит, друзья, я вот вам серьезно это говорю. Так, и можешь, да, можешь, мне это пишет, все. Все, я жду. Я падаю. Сейчас и у меня зависло. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Давай паузу пока нажмем. Ага. Это мы перешли, да. Первый да, сюда. Отлично. Так, и God Garry's Mod, он тоже, ну, для меня веселый. И выходит для меня, вот выходит все-таки самая такая лучшая игра, это Left 4 Dead, серьезно. Mm-hmm. Вот Left 4 Dead для меня самая такая от Marvel, самая любимая. Так что, друзья, пишите в комментарии, какая у вас самая любимая. Из компании Marvel, не знаю, я на нее так называю, может она по-другому называется, мне в принципе все равно. Для меня она останется вот в душе Marvel. Все. Я не знаю, я как хочу, так и называю. Там что хотите, то и делайте. Это точно так же, как я называю Dota говном, все. Да. И пуканы там сейчас у многих взорвались. Я приду тебе на помощь! Давай, я тут загнали... Так. Вот, да. Вот этот чувак тут лечит своими сердечками. А, подожди, этот чувак, который там с посохом, который лечит, у них такие ники прикольные, по-моему, этот скелет шлюха написано, что-то такого. Да, потому что я этого не замечал, я на имена вообще не смотрю, когда дерусь, а там у зрителей, они такие, ну, они наблюдательные у нас, да? Ну да. И написали, типа, пират шлюха там. Меня это реально порадовало, я такой раз пересмотрелся, я говорю, реально написано пират шлюха. Да. Это жестко, реально жестко. Так что
Так. Ну, я же пока что ничего интересного в этом замке вот не увидел для себя. То есть, обыкновенно такой просто один из тех данжей, которые мы с тобой уже проходили. То есть, ничего нового. Вроде, такого, ну, да. Ничего интересного мы такого вроде и не заметили с тобой. Я не знаю, тут боссы как-то эти надо вызывать. Но как их вызывать? Я не знаю. Реально. Так, ну давай, может, выше еще что тут будет. Ну, естественно, мы сейчас весь замок пройдем, посмотрим, что в этом замке будет. Я надеюсь, что будет, может быть, все-таки какой-нибудь босс. О, это что взорвалось? Опа, на тебе бомбу там. А, это ты взрываешь? Ну, сейчас, да, до этого. А, да тут вот еще бегает один скелет, гренадер. Гренадер скелет. Угу. Вот, мы вместе с ним только что пообменивались любезностями, так сказать. Вот такие дела, друзья. Так, а если я бегаю с вот этим... Опа, притянулось все, отлично. Так. А ты вообще в код играл? Вот Call of Duty. Ага. По поводу Call of Duty, я не знаю, я играл только, по-моему, Modern Warfare, по-моему, и первый, или второй. Или в тот я играл, и все. Больше я с Call of Duty не хотел сталкиваться, потому что я видел, что одно дерьмецо. Да, и поэтому я и начал играть в батлу. Не знаю, по-моему, ну не знаю, там, конечно, мультиплеер вроде прикольный в Call of Duty, но. Ну когда каждый год выходит одна и та же хрень, только по другим названиям, это уже, если честно, да. Напрягает. И один и тот же движок. Да. И с какого там года? С 2000-го, когда вышла там первая часть, которую я играл, это у нас была Call of Duty 2. Если играл, это про Вторую мировую войну там вроде, что-то такое было. И после того времени, наверное, даже движок и не менялся, только, наверное, просто... А ты куда пошел где-то? Усовершенствовался. Да я наверх пошел. Наверх? Ну, чуть-чуть. Сейчас. Вот я. Сзади. А. Понятно. Ну, я не знаю, ну, мне вообще как-то этот Call of Duty, ну, просто... Ну, посмотрел трейлер нового. Ну, как многие сейчас шутят, что, типа, я теперь не Call of Duty, я теперь в Crysis. Да. Ну, в каком-то смысле так оно и есть, но в каком-то смысле, ну, нет, конечно. Ой. То есть такое, вроде что-то непонятное будет с этим Call of Duty. Ну, по крайней мере, вроде бы там движок хотя бы. Вроде бы, мне так кажется, поменяли. Хотя я увидел, что там написано на Xbox 360 и на PlayStation 3, но, скорее всего, все-таки это не Next Gen. Да, да. Но... Я не знаю, мне надо было вот реально уже отказаться от Xbox 360 и Sony PlayStation. Хотя это такие евреи, которые понимают, нет, мы евреи, нам нельзя отказываться. Я не знаю. Гребаный Activision, блин, дебилы, блин. Как они не поймут, что им давно уже надо давным-давно менять уже их. Простарелый такой прогнивший движок. Ну хотя бы что-то. Хотя бы попытались, чтобы это сделать. Они каждый раз создают одну и ту же хрень, просто другое название, и все. Может там плюс там 10 к яркости сделают, да, графики, и все. Это новый движок, новая там система, все мы поменяют. И как я заметил, в многих группах пишут там, о, там Activision поменял движок, сейчас нам лучшие там звуковые дорожки будет. Я такой просто сижу и думаю, да вы вообще дебилы, все делайте, только чтобы не менять графический движок. Всякие там звуковые хрени, только не графические. Да. А если честно, уже можно сказать и опытный там Call of Duty, я играю более там 12 лет, и я всегда думал, что батла это просто-напросто полное дерьмище, одна и та же хрень. Но когда мне уже действительно, я купил себе батлу и просто-напросто сравнил код с батлой, для меня код это сейчас просто какой-то мультик детский, и все. И многие, наверное, тоже сейчас напишут код. О, я тут босса нашел. Какого, обычного или данжа? Берсеркера, я тебя обрадовал? Давай попробуем. Где он там? А, да, пошли. О, у меня уже поджег сразу. Ух, и меня. Ты когда пьешь, он поджигает. Иди, ты просто сгоришь. Так, все, капут. Сгорел? Да не. Так. Отлично. Сюда, иди сюда. Он еще и паучину ставит, зараза. Да. Все, убил? Нормально. Нифига не выпал. Убил. Изумруд выпал. Да, нифига тут нету, этот разрушенный какой-то замок и все. А это, по-моему, кстати, другой совсем замок. Угу. Видишь, он какой-то высокий. А, реально. И он как-то так интересно идет. Только что-то он как-то наполовину всегда спавнится, как я замечал уже несколько раз. Так, что-то ну... как-то не проработали этот мод чуть-чуть. Ага. Так. Ну я не знаю, что-то как-то. Ну вроде уже все там же попроходили, я так понимаю. Еще есть вулкан,
И... Ну, да. Вулкан, да, в принципе, пройдем вулкан, и дальше уже, наверное, я думаю, все прошли. Ну, вулкан там тоже просто нереально огромный. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, сколько их тут. А! И может как раз сейчас спросим людей, если будут иметь желание там по поводу Хексита. Я думаю, они имеют, потому что мне многие писали, типа, поиграть и на Хексите. Ну, хотя некоторые типа пишут, о, Хексит говно, типа старая сборка, вся фигня. Фиг его знает. Я вот как раз сейчас думаю поиграть в... как он там называется? Крафтинг Дед, это типа Walking Dead, только в майне. Ну, я поиграл там просто нереально. Как бы DayZ, да, но там ты идешь, находишь там оружие какое-то. И просто идешь в обычный город. И там, короче, такие мясорубки бывают, когда на тебя там 10 чуваков бежит, и ты просто там с пулеметом каким-то стоишь и просто-напросто всех расстреливаешь. Мне реально понравилось. Если, в принципе, будешь иметь желание, то можно будет... Да нет, посмотрел, мне оно не очень понравилось. Фиг его знает. Ну там вот реально прикольно. Кто по времени? Это уже все, по-моему. Я думаю, да. Да, друзья, так что на этом серия подошла к концу. Если вы впервые на наших каналах, то обязательно подписывайтесь, не забывайте комментировать то, что мы вас попросили. Также не забывайте ставить большие пальцы вверх. На этом, в принципе, все. Всем всего. Всем пока.